Здравствуйте. Представляю вашему вниманию модель телефона Nokia J9600. Это абсолютно новая модель в нашем магазине и, скажем, очень необычная. Размеры дисплея в данной модели, в отличие от большинства предыдущих копий, 2,5 дюйма. То есть достаточно большой экран. Давайте мы посмотрим, сравним его, к примеру, с копией Nokia C202. То есть вы видите, и размер самого телефона, и размер дисплея гораздо отличается. Цена данного телефона пока что такая же, как и предыдущих копий. То есть это у нас пробная цена на них, чтобы люди могли купить, убедиться, что данный телефон достойный. Потом цена немножечко будет подниматься. Яркость дисплея, контрастность и сочность цветов очень яркие. Основной особенностью данного телефона является огромная батарея повышенной емкости. Я это немножечко позже продемонстрирую, вы в этом убедитесь. Тут огромная батарея повышенной емкости для тех людей, которым необходимо оставаться в сети долгое время, ездить в командировки. Данный телефон им очень-очень подойдет. Также много функций в этом телефоне, как бы очень нужных за очень низкую цену. Очень громкий динамик в данном телефоне имеется. Камера данного девайса имеет разрешение 2 мегапикселя. Снимает она достаточно хорошо. Я вам это тоже продемонстрирую. Также телефон имеет два слота под сим-карты, которые одновременно находятся в сети. И один слот под карту памяти microSD до 8 гигабайт, 8 гигабайт включительно. При вызове весь телефон светится и мигает. Я сейчас покажу, как это приблизительно выглядит. Вы можете настроить. Вот так вот мигает весь наш телефончик при вызове. Когда вам будут звонить, либо будет срабатывать будильник, вы можете сами настроить. То есть тут много настроек, как должен мигать, каким индикатором должен загораться он. Достаточно прикольный, очень необычный телефон и очень-очень дешевый. Вот. Это модель телефона Nokia J9600. Давайте мы быстренько пробежимся по его более точным характеристикам. А на передней панели мы видим светодиодные, я не знаю, как их назвать, лампочки, фонарики для вот именно мигания данного телефона, что является его необычной особенностью. Также слуховой динамик. Также мы видим огромные, просто огромные клавиши, которые очень мягко нажимаются, очень удобно. Подсветка клавиш очень яркая, то есть вы всегда увидите ночью все клавиши. Очень удобно печатать смс, ммс и в общем, общаться в социальных сетях. Данный телефон также поддерживает интернет, поэтому все в этом телефоне есть. Клавиатура очень-очень большая, функционал клавиатуры большой. Сам телефон достаточно большой, но очень удобный. Он совершенно не марки, очень удачная модель. Дисплей имеет 2,5 дюйма. Мы уже говорили, очень большой. Цвета дисплея очень-очень яркие, красочные. Так, на передней панели у нас имеется клавиша главного меню, клавиша контактов либо сброса вызова. Вот она, клавиша сброса вызова. Также клавиша FM для прослушивания FM радио, чтобы не заходить в меню, скажем, клавиша быстрого доступа к FM радио. Клавиши первой и второй сим-карты, клавиши вызовов и поднятия трубки. Данный телефон поддерживает две сим-карты, которые одновременно находятся в сети. Также кнопки управления MP3-плеером. Вот нам предлагают ставить карту памяти, так как в телефоне памяти очень мало и музыки у нас сейчас музыка не закачана. Вот они у нас, три кнопочки управления MP3-плеером. Play, пауза и перемотка вперед-назад. Также клавиша блокировки телефона, клавиша вибро-вызова и клавиша светодиодного фонарика. Он у нас здесь очень огромный и очень яркий. Сейчас я вам это продемонстрирую. Фонарик в данном телефоне
достаточно яркий, причем он еще и с фокусом, то есть он сфокусирован, свет не рассеянный, сфокусирован, то есть данным телефоном можно подсвечивать не только замочную скважину, но и также асфальт, и свет будет достаточно ярким. Также имеется камера 2 мегапикселя. Вот, смотрите, снимает она очень-очень хорошо. Для телефона данной ценовой категории снимает камера замечательно. То есть на наших последних девайсах камеры достаточно удачные. Также есть клавиша быстрого доступа к сообщениям, к SMS, MMS сообщениям. Ну, в общем, все удобно. Все клавиши быстрого доступа выведены на переднюю панель. По центру у нас такая, как вот, под рубин сделана клавиша быстрого меню. Ну и также на джойстик вы можете поставить клавиши быстрого меню, то есть чтобы куда-то заходить, нажимая вверх-вниз в стороны. Сейчас я продемонстрирую, как звук этого телефона и батарею. В данном телефоне сзади имеется вот такая вот крышечка интересная, камера 2 мегапикселя и огромный, очень громкий динамик. Сбоку у нас находится, с левого бока у нас находится разъем под наушники 3,5 мм выход. Вверху с торца данного телефона находится светодиодный фонарик, очень яркий, я его демонстрировал только что. И внизу находится стандартное гнездо для стандартной зарядки Nokia, обычной, тоненькой. И стандартный разъем micro USB для подключения телефона и синхронизации его с компьютером. Комплектующие на данный телефон подходят от оригинальных телефонов Nokia. Давайте мы посмотрим, как выглядит он под батареей. Под крышечкой данного телефона находится просто огромнейшая батарея, которая практически занимает всю полость девайса. Вот мы можем видеть данную батарею, она просто огромная. Давайте сравним ее с обычной стандартной батареей Nokia. Ну, в общем, все и так понятно, ясно. Сколько времени она будет держать? Я не знаю, я не тестировал, мне этим некогда заниматься, но я уверен, что будет держать она достаточно долго. Под батареей у нас находится два слота под сим-карты, сим-карта 1, сим-карта 2, которые находятся одновременно в сети, и также слот под флешку microSD объемом памяти до 8 гигабайт, 8 гигабайт включительно. Данный телефон поставляется вот в такой вот интересной коробочке. С описанием данного девайса. В коробочке мы видим наушники стандартные с разъемом 3,5 мм и зарядное устройство Nokia, стандартное зарядное устройство Nokia. Ну и контейнер, в котором лежит, в принципе, именно наш девайс. Меню данного телефона сделано тоже достаточно прикольно, очень хорошо. Тут у нас есть журнал вызовов, контакты, мультимедиа. Это DV. Ага, мультимедиа — это у нас видео магнитов, то есть видео камера, чтобы снимать не только фото, но и видео. Просто есть аудио MP3 плеер, то есть видеоплеер, FM радио и диктофон. Также в данном телефоне есть сообщение SMS, MMS, инструменты, это календарь, сигнал, калькулятор и флешлайт какой-то, я не знаю, что это. А, флешлайт — это и есть наш фонарик. Мы его выключаем, чтобы не сажать батарею. Также в данном телефоне, так, ну, в настройках у нас настройки телефона, показать, безопасные настройки вызовов, Light Settings, это мы можем настроить данный телефон, каким образом ему подавать световой сигнал при вызовах и SMS. Также в данном телефоне вот он есть интернет, стандартный браузер. Видите, да.
Также есть фотоаппарат, мы уже смотрели, достаточно хороший. Профили пользователя, список файлов, ну это и есть файловый менеджер. Bluetooth, гарнитура, игры. На данный момент у нас закачана змея. Ну, в принципе, все. Больше об этом телефоне не сказать нечего, кроме как сказать, что данный телефон очень-очень классный. Вот мы сравниваем еще раз с очень хорошей копией телефона Nokia C202. Ну, данный телефон и последние наши телефоны отличимы огромным экраном, на котором очень удобно все смотреть. Шрифт достаточно крупный, выводить на экран можно все что угодно, поэтому последние телефоны, конечно, с новыми прошивками пока что лидируют. Это был обзор телефона Nokia J9600, и с вами был мобильный магазин, интернет-магазин mobilegold.com.ua. Спасибо за внимание. До свидания.